Конфликт между Украиной и Россией перешел из политической стадии в военную по вине России. А вся ответственность за происходящее в Крыму лежит лично на президенте Владимире Путине. Так прокомментировал события сегодняшнего дня премьер-министр Арсений Яценюк. Глава правительства вместе с исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым провели селекторное совещание в Минобороны с командующим военно-морскими силами Украины Сергеем Гайдуком и офицерами, которые находятся в Крыму. Гайдук доложил об участившихся нападениях на воинские части и госпитали, а также о похищении офицеров. По словам командующего ВМС, военнослужащие остаются верны присяге. Контр-адмирал также сообщил, что сегодня вечером проведет переговоры с командующим Черноморским флотом России Александром Федотенковым о недопущении эскалации военного конфликта. Премьер Яценюк заявил о необходимости создания комиссии на базе Министерства обороны Украины, России, США и Великобритании для поиска выхода из сложившейся ситуации. Сегодня российские військові почали стрелять по українським військовослужбовцям. А це вже військові злочини, які не мають терміну давнини. Тому перше, негайне скликання спільної комісії на рівні Міністерства оборони України, США, Великобританії і Росії, як учасників Будапештського меморандуму. Вирішення питання щодо недопущення подальшої ескалації військового конфлікту і політичний діалог про відновлення прав української держави і про зупинку порушення норм міжнародного права Російською Федерацією.